Здравствуйте! В эфире программа «Закон и порядок». Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. С начала года витебские правоохранители обнаружили 4 помещения для выращивания конопли. 2 витебчанина в возрасте 28 и 35 лет, а также 38-летние жители Новополоцка и Оршанского района выращивали у себя дома растительный наркотик. Каждый оборудовал специальное помещение с осветительными приборами и системой поддержки климата. По месту жительства всех 4 мужчин сотрудниками обнаружены от нескольких сотых до 20 граммов марихуаны. А у младшего из витебчан также особо опасное психотропное вещество – мефедрон. Милиционерами из всех помещений изъяты вазоны с запрещенным растением. Установлено, что подозреваемые выращивали наркотическое средство для собственного употребления. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Продолжаем выпуск. Авария в Витебском районе. Около 8 часов утра на 5-м километре автодороги Руба-Тарасинки, граница Российской Федерации, столкнулись микроавтобус Volkswagen и МАЗ. 7 пассажиров микроавтобуса доставлены в учреждение здравоохранения областного центра. На месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи. 3 пациента отправились в Витебскую областную клиническую больницу, 4 – в Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. У пострадавших зафиксированы переломы и черепно-мозговые травмы. Согласно заключению медиков, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, возвращаясь в свою полосу после выезда на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем МАЗ. В результате аварии 7 пассажиров переданы медикам для обследования. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В нашу больницу было доставлено 3 пострадавших после дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие были с травмами различной степени тяжести. Преобладает скелетная травма, то есть переломы и ушибы. Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказана. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает. К увеличению серьезных дорожно-транспортных происшествий в Витебской области привели сложные погодные условия. С самого утра в регионе шел дождь и мокрый снег. Дороги и тротуары покрылись льдом. Кроме того, наблюдались туман и порывистый ветер. В таких погодных условиях ГАИ обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость быть предельно внимательными и осторожными. Водителям нужно отказаться от резких маневров и выбирать оптимальный скоростной режим. Тем временем криптовалютчик помогал мошенникам выводить доходы. Он задержан. Оршанские оперативники во время сопровождения уголовных дел по онлайн-кражам и мошенничествам вышли на 30-летнего жителя райцентра. В течение полугода он сотрудничал со злоумышленниками и имел от этого свой доход. Теперь мужчине придется отвечать по закону. Правоохранителями по противодействию киберпреступности Оршанского РУВД в ходе сопровождения уголовных дел, захищения имущества путем модификации компьютерной информации и мошенничества установлен 30-летний житель Орши, через криптокошелек которого проходили похищенные денежные средства. Владелец электронного кошелька в течение полугода осуществлял сделки с лицами, которые похищали денежные средства с банковских счетов граждан Республики Беларусь. Прибыль мужчины составила более 310 тысяч белорусских рублей. В отношении нарушителя составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы. Подобные действия налоговые органы расценивают как незаконную предпринимательскую деятельность. Это предусматривает административную ответственность, крупный штраф и конфискацию всей суммы, которая прошла через криптокошелек. Про оперативную сводку за неделю расскажет официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская. За неделю в Витебской области произошло 10 пожаров, в результате которых повреждено 7 строений и 2 легковых автомобиля. На пожарах травмированы 2 человека, еще один погиб. 10 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре бани в деревне Большие Смольянцы Чашникского района. При попытке самостоятельно потушить возгорание получил ожоги. Порядка 3% тела хозяин подворья 1950 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась. Причиной пожара, по предварительной версии,
стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. 11 февраля в 8:17 новополоцким спасателям поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы поступил мужчина с отравлением продуктами горения. Выяснилось, что мужчину 1961 года рождения в дачном доме в садовом товариществе «Строитель 2003» без сознания обнаружил его сосед и вызвал скорую помощь. После осмотра его с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия и причина возгорания устанавливаются. 12 февраля в деревне Миколаюнцы Брасловского района спасатели ликвидировали пожар гостевого дома на территории агроусадьбы. Хозяин подворья не пострадал. Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств. Утром 13 февраля в городе Чашники произошел пожар жилого дома, в результате которого погиб его хозяин 1948 года рождения. По факту пожара проводится проверка, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели напоминают, что большинство пожаров происходит по вине самих граждан. Собственники пренебрегают правилами пожарной безопасности, что часто приводит к возникновению пожаров. Если рассматривать случаи неосторожного обращения с огнем при курении, в большинстве фактов это приводит к гибели или травмированию человека. Спасатели настоятельно рекомендуют всем привести в исправное состояние приборы отопления, электрическую проводку и электробытовые приборы в своих жилищах. Не допускайте нарушений правил пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите об этом спасателям по телефону 101 либо 112. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели водителя большегруза неподалеку от Витебска. Возбуждено уголовное дело. Вчера вечером в Витебском районе столкнулись два автомобиля, включая две фуры. Один из водителей погиб на месте происшествия. Авария произошла около 22 часов. Водитель автопоезда «Вольво» двигался со стороны Вороновского кольца в направлении трассы М3 и столкнулся с большегрузом «ДАФ», который ехал на встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель «Вольво» от полученных травм погиб. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, спасатели, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В связи с изменяющимися погодными условиями госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, выбирать оптимальную скорость движения. В Полоцком районе погибли два человека. 12 февраля около 10 утра на автодороге Р-46 Полоцк-Минск вблизи деревни Семенец. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan. В результате происшествия пассажиры француза, 71-летний мужчина и 72-летняя женщина погибли на месте. 48-летний водитель передан медикам. Госавтоинспекция рекомендует водителям постоянно оценивать дорожную ситуацию, быть внимательными, не превышать установленную скорость и воздержаться от выезда на полосу встречного движения. Помните, что решающие условия благополучных поездок – строгое соблюдение правил дорожного движения. А сейчас внимание, розыск. Исправительным учреждением открытого типа номер 9 управления ДИН МВД Республики Беларусь по Витебской области разыскивается Селюк Владимир Александрович, 1988 года рождения. Особые приметы: возраст, на вид 28-30 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза серые, имеются большие лобные залысины, может носить бороду. Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону в городе Витебске 8 0 212 48 22 92, 8 0 29 291 28 98, 8 0 29 711 58 01, 102 либо в ближайший отдел милиции. Анонимность и вознаграждение гарантируется. И в конце выпуска: превышение служебных полномочий и незаконная вырубка деревьев. Сразу два уголовных дела возбудила прокуратура Витебской области. Один из руководителей предприятия в Поставском районе организовал незаконную вырубку участка леса в лесничестве на Шарковщине. За полгода здесь вырубили свыше 700 деревьев разных пород. Нанесенный природе ущерб оценен в сумму более 100 тысяч рублей. Руководитель предприятия занимался этим по поддельным документам, предоставленным ему должностным лицом лесхоза из Мёрзского района. В отношении него также возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой области 8 февраля текущего года также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении должностного лица лесничества в Мёрзком лесхозе, которое из иной личной заинтересованности умышленно совершило в августе-сентябре 2022 года действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, тяжкие последствия, существенные вреда правам, законным интересам граждан государства. За данные преступления фигурантам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 и до 10 лет. Кроме того, они будут лишены права занимать определенные должности. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях и мессенджерах, подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». А с вами был я, Илья Лопатинский, творческая группа. Говорим вам всего доброго, до свидания, до встречи через неделю. Смотрите «Закон и порядок».